Таня, студию убираем. Эй, ты сейчас меня угробишь до крокодилов-то. Всем привет, сегодня будем смотреть постройки фотика билдера. О, давай муку перемалывать. Сделайте так, чтобы фотик был главным в команде. Давай, иди в другую команду. Ты злой, что ли? Ой, точно. А мы уже все разбежались. Так, фотик, прими режим общего строительства, сейчас будем муку перемалывать. Ой, я сейчас двери буду выносить. А, нет. Нет, не тянут. Да ладно, прикинь, блин, строитель. Ты не то все же загрузил. Это магазин Нео, короче. Все, не ломай ничего. Загружай. Это мельница? Короче, это домик для РПшек. Тут деревья из Ламберта, там пещера. А где мельницу? Она на шестеренках типа работает. Там вот эту крутишь, вот фигню. Удали колесо, мы будем ее силой ветра раскручивать. Но в данном случае... Ого, я вижу. Тут можно муку делать. Давайте. Ой, блин. Я не могу сейчас разанчорить. Разанчор, давай. Сейчас я умру. Я же могу разанчорить. Давай, силой турбинов. Стойте, там еще... Погнали. Нет. Шестеренки крутятся. Мельница работает. Ой, блин, оно сломалось. Не работает. Оно не крутится. Мука работает. Мука. Ой-ой. У нас не работает. Мука не делается. Бензин кончается. Давайте. Заново загрузи, пожалуйста. Мы все сделаем правильно. Мы поняли наши ошибки. Нет, загрузи сначала. Фотик. Я хочу муку сделать впервые в жизни. Ну, конечно, муку сделать. Ну, давай из меня муку сделаем или фарш. Ну, поставь шестеренку там, где надо. Так, все, вот все шестеренки стоят. Пошли, пират, муку делать. Еще будем муку делать. Давайте из джетпака. Ну давай. Ставьте чем для муки. Надо переключать шарики. Кого? А у меня режим общего строительства, у меня его нет. Давай за лаки-блок лучше. Блин, так долго шариков. Давай, шарики убираем. Подожди, сейчас мастер делает, что надо. Подожди, отойди. Во, нормально. Мельница крутится. Ставьте что-нибудь. Ветер кончится сейчас. Ой, блин. Муку ставьте. Ой, давайте из красного ускорителя. Запускайте. Ладно. Запускаем. Ну что, у нас, короче... Короче, мельница глобальная. Ой. Нет. Органическое вещество тает. Ладно, пошлите другие домики, посмотрим лучше. Там баня. Сейчас, я хочу. О, я понял. А, да. Пиу. А чё, не качаюсь? О, качаюсь, нормально. Нормально. Работает. Вот тут ружьё дедовское, вот тут лопата. Где? Из ружья стрелять? Нет. Который не заточен нифига, посмотри на его толщину лезвия. Ой. Это молот, это не топор. Нет, не ломай, капитан, ничего не ломай. Сломаешь? Да. Я тебя кикну из сервера. Откройте дверь. Дверь откройте. Так, вы открыли. Блин, что с ней не так? Она закрывается сама. Она сама закрывается. Потому что вот, смотри, такой нехитрый механизм. Смотри, видишь, так заходишь и сразу закрываешь. Ну ладно, скрой его. То другие узнают. Будет плохо. Ладно, идем в баню. Так, ну вот баня, типа. Сейчас мыло возьмем, подождите. Не надо, блин, не надо. Ой. Кто фундамент взял? У нас или нет бани, поздравляю. Заходим в дом, нам можно... У нас
есть баня, у нас есть баня. Куда вы? Баня работает. Давай иди в свою баню сиди. Так. Это не я все испортил. Открывайте дверь. Эй, меня забыли. Так, тут есть салатик настоящий. Ножик, морковка. Сейчас я нож возьму. Ладно, иди. Тут есть свет везде. Тут можно поспать. Есть тубзик. Ну и... Тубзики... Рейл этот. Молоко еще есть тут. Продукты. Вон там. И обои клеить. Да. А что тут двери нету? Тут двери. Опять же черные были. Ну, опять взбесился и все. А, там была дверь. Вот пойдемте в пещеру, нам надо добывать веру. Не хотели стать миллионерами? Да. Тут раньше еще пятерочка была. Пятерочка? А где? Ну, она сдохла. А, да. О, шахты. Давайте алмазы забирать себе. Забираем, давайте. Это мои алмазы. Продадим, пойдешь. Вон там электрическая. Тоже вечно поставил. Сколько нам говорит? Я вампир, я не люблю. Все, вот, давайте камни. Камни посыпаются, давайте ложим их. Блин, что происходит? Камни посыпаются. Давайте сграбим. Вот смотрите, сколько мы воды добыли. Где? Хотя я не знаю, не наша вода. А! Это конструктор Лего. Я в бездну упал. Где? Я в бездне. Где вагонетка? Моя? Она с другой, ее можно взорвать. Ворвать нехорошо, знаешь? Знаешь, как хорошо? Надо когда кушать, тогда надо. Да ты, что делаешь? Оставь вагонетку. А мы это продадим. Дорого очень. Куда нести? Мое. Ага, минуту назад говорили, что хранить плохо. Сам возьми. Это мое. Ой, негодяй. Это мое. Сам ты негодяй. Да ты. А все, ну все, алмазы пропали. Тут есть кирка и деревья. Там еще лодку я видел. Лодку пошлите смотреть. Бедные деревья. Где? А как на ней ехать? Надо баню сломать. О, давайте покатаемся в магазине. О, можно это? О, хорошо. Волотора приклеенных кофе. Сэндвичи на Диком Западе. Ты не знаешь? Вообще не спишь, что ли? Совсем? Давай в чем тоже полезем. Поехали. А мы на чем? Ай! Блин, поехали домой, тут опасно. Пошлите в магазин лучше. Хватит все ломать. Да я не ломаю, чтобы удобнее было. Еще раз один блок сломаешь, все, тебе хана. Сейчас, давай. Места не хватит, ну пусть. Давай, стоим. Эй, а мне? Вот здесь вроде бы кресло. Сила, давайте скинем скрепку. Давайте, поехали. Ой. Ну ладно, поставь. Сейчас я поставлю стульчик. Подождите, сам поставлю. Подождите. Жалко, никого нет на серии, кому-то съесть. А еще можно на крючок сесть. Ой, пианино с неба упало. Сядь на крючок. На крючок. На крючок, все, поехали. Я буду твоим жучком рыбу ловить. Акулу на меня точно поймаешь. Идем в то место, где ловятся акулы. Ой, блин. Не надо, пожалуйста. Я хороший, я жить хочу. Что происходит? Да я на крючок сяду. Не переживай, я тебя спасу. Я еду на пианино. Давай. А куда мы едем вообще? Мы до крокодила. Вы продать хочешь, если честно. Нет. Меня уже продал один раз. Я не хочу крокодил. Воду включайте. Узнаем, хотя бы есть уровень с крокодилами. Ой, ладно. Давай крокодилом, поехали. Ничего себе, уже где там? Мы крокодилом едем. Здесь аккуратно, здесь грибы. Ты меня в грибам-то не скорми. Это магазин уплывает. А мы уже этот. Давай, поехали. Чё долго едем вообще? Цирк! Мы не клоуны, чтобы быть в цирке. Давай, едь. Ты сможешь? Тут дорога есть. Ты сейчас меня угробишь до крокодилов-то. Должны хотя бы до крокодилов. Ай! Нет, ты умираешь! Я живой! Оп, аккуратно. Аккуратно! Разверни лодку нормально. Сейчас будет капец.
Давай, поехали. Ой. Поехали, быстрее, быстрее. Я бы тут остался медовой жизни жить. Ну, тут опасно. Так, что, будем меня крокодилом продавать? Да, будем. Мы тебя будем... Крокодилы, здрасте. Крокодилы. Меня схватят. Эй. Сейчас съели крокодил. Импостер, я тебе должен отомстить. И меня тоже. Эй, Титаник из студии убираем. Его тут быть не должно. Загрузи тот магазин, мы там не все не досмотрели. Я еще на пианино не катался. Нет, там пианино, короче, смотрите. Это с корабля вот того, который мы смотрели. Да, сейчас я должен... Вот еще один шлюп, короче, это самый первый его шлюп. Так, вот так вот, да? Сейчас пианино с неба упадет. Ну, короче, прикол. Вот тут единственное доказательство от матроса и я в колбасе. Где? А, там, кстати, еще на шлюпе. Я иду. Иди сюда. Иду. Что? Вот, смотри, там они колбасу едят. Блин, можно я? Хотя бы залезем. На колбасе ты бы прожил полгода? Неа, от нее бить хочется. А, вот. А его матрос уже живут полгода. А, это ты его матрос, да? Ты его матрос же. Окна в трюме идеально. Вода вообще не... Где? Поехали! Поехали. А меня в трюме выпустите, меня. Ты будешь в трюме. Я в трюме. А, ладно, я буду. И вот два шарика. Блин, у меня на прошлой майке было строе. Ой-ой-ой. Полетели. Фиксацию надо отключить. Летающий корабль. Летучий голландец, о, нет. Поехали. Ой-ой-ой. Не, тебя не возьму. Полетели уже. Ты что делал? Летучий голландец. Так прикольно идти. Падаем. Давай в бездну нас. Давай вообще в бездну будем сейчас. Да, давай над бездной летать. Вот аккуратно. Давайте пирата выпросим. Ты что сделал?